Трагедия произошла в одной из больниц Пекина. Там в результате пожара погибли 29 человек. 26 из них были пациентами медучреждения. В сети распространяются видеокадры, на которых видны клубы густого черного дыма, исходящие из здания больницы. А пациенты стационара спасались от огня и спускались из палат через окно на связанных простынях. Другие взбирались на конструкции кондиционеров. По официальным данным, были эвакуированы десятки человек. Помогали в этом сотрудники клиники. Пожар потушили. Сейчас выясняются причины возгорания. Началось расследование. По предварительным данным, пожар, который в основном затронул крыло для тяжелобольных пациентов, был вызван легко воспламеняющейся краской. В одной из палат делали ремонт. По состоянию на 6:00 по местному времени из 71 доставленного раненого 39 остались в больнице. Трое выписаны, 29 скончались. Среди погибших 13 мужчин и 16 женщин.